Hello everyone, I'm Alena and this is our fourth lesson. Please imagine the situation that you need to say that something or somebody is somewhere. Or you want to ask where this somebody or something is. What should you do? How to say it in English? Друзья, здравствуйте! Зовут меня Алена Ермолина и этот наш четвертый урок. Представьте себе ситуацию, что вам нужно сказать, что что-то или кто-то где-то находится, или поинтересоваться, где этот кто-то или это что-то находится. Как быть? Как это все сказать на английском языке? Нам на помощь придет конструкция there is для единственного числа и конструкция there are для множественного числа. Рассмотрим структуру повествовательного предложения. На первом месте у нас идет оборот there is, there are. На втором месте мы поставим слово, которое отвечает на вопрос «что» или «кто». А потом только мы скажем, где находится этот предмет или этот человек, или эти люди. То есть дальше идет слово, которое отвечает на вопрос «где». Примеры. Для единственного числа. There is a nice hotel in front of the station. Напротив станции хороший отель. Множественное число. There are some nice hotels in front of the station. Напротив станции несколько хороших отелей. Сделаем отрицание. There is not a nice hotel in front of the station. There isn't a nice hotel in front of the station. Напротив станции нет хорошего отеля. Множественное число. There are not any nice hotels in front of the station. There aren't any nice hotels in front of the station. Напротив станции нет никаких хороших отелей. Обратите внимание, что отрицание not я поставила после глагола to be. Вопрос. В вопросе нужно глагол to be. Здесь он выражен в форме is и are. Просто поменять со словом there местами. Получится is there, are there. Зададим вопрос. Is there a nice hotel in front of the station? Напротив станции есть хороший отель? Множественное число. Are there any nice hotels in front of the station? Напротив станции есть хорошие отели? Отвечать. Если вы хотите сказать да, есть. Yes, there is. Или yes, there are. Потренируемся. Is there a nice hotel in front of the station? Yes, there is. Теперь для множественного. Вы отвечаете. Are there any nice hotels in front of the station? Yes, there are. Хорошо. Теперь скажем нет. No, there isn't. No, there aren't. Я задаю вопрос, вы говорите нет. Is there a nice hotel in front of the station? No, there isn't. Отрицание для множественного числа. Are there any nice hotels in front of the station? No, there aren't. Замечательно. А вот мы с вами и проработали конструкцию there is, there are. Осталось один маленький пункт. Вы, наверное, заметили в предложениях, для множественного числа перед словом «отели» у меня стояло слово «some», ну, вернее, перед словом «nice». «Some nice hotels», а в других случаях я говорила «any nice hotels». Итак, рассмотрим тему «неопределенные местоимения» «some», «any». Эти местоимения переводятся как «какое-то количество», «несколько». Но их использование зависит от того, в каком предложении они стоят. Посмотрим на примере. There are some nice hotels in front of the station. Напротив станции есть несколько, какое-то количество отелей. Далее, это повествовательное предложение. Если это предложение становится отрицательным, то some меняется на any. There aren't any nice hotels in front of the station. Напротив станции нет никаких отелей хороших. Any nice hotels.
Вопрос. Are there any nice hotels in front of the station? Напротив станции есть отели, есть хорошие отели, есть какое-то количество хороших отелей. Итак, местоимение some, any используется перед существительными во множественном числе. В повествовательном предложении мы ставим перед существительным слово «сам» несколько, а в отрицаниях и вопросах мы это «сам» меняем на «any». Запоминайте это правило, тренируйте его, переходите к тренажеру. Thank you for your attention. Goodbye.